Казахстанский боксер Геннадий Головкин в эфире программы The Breakfast Club на американской радиостанции Power рассказал, как дрался в России на дороге с пьяным водителем. Когда ты последний раз дрался на улице? 2 года назад. Почему об этом никто не слышал? Я помню, что он был пьяным за рулем, сбивал все машины. Это не было прям большой дракой на дороге. Ты избил водителя Uber, сервис онлайн-такси. Нет, другого сумасшедшего. Там была опасность для детей и людей. Подожди, где это было? Это было в России. За сколько ты побьешь одного из ведущих этого шоу? Даже не пытайся. Добавим, что свой следующий бой непобежденный Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Его соперником станет американец Дэниел Джейкобс.